Привет! 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 Мы на канале в гостях у Алисы Егоровны. Сегодня будем делать рыбалки. Кексики. Удачная рыбалка. Мини-кекс, удачная рыбалка, да? Алиса с Егором будут делать из кексиков, украшать кексики рыбкой, которую поймали на удочку, да? И нам понадобится... Мини-кексы. Мини-кексы, соломинки, там будут удочки. Соломка, да, поломанная, предварительная. Украшения. Украшения, кондитерские. Декор кондитерский. Нам же понадобится глазурь. И глазурь сахарная, ну, в данном случае у нас голубая. И печеньки в виде рыбок. Ну, у нас она голубая, под цвет воды. Ну да, потому что вода у нас голубая. Егор, открой сначала Алисе. А зачем она слезает? Ну, она думает, что она сможет разрезать. Да, моя дело полегче способ. Дай! Стой, ты сейчас поймаешь. Я тебя сейчас вытащу. Дай, Алиса. Давай сюда вот это. Давай, Алиса. Так что делаете? Глазурь. Так, делаем воду, да? В воде рыбка будет плавать. Егор выдавливает голубую сахарную глазурь. Так. Ненечка еще чуть-чуть наставит. Да, ну конечно, там Егор оставит. Так, вот полилась глазурь. Водичка это у нас получается. Ненечка чуть-чуть наставит. Так, оставит. Все, теперь Алиса. Егор, ну ты ложечкой размажешь. На тебе ложечку, конечно. Держи. Теперь Алисе. Алиса, давай, папа тебе поможет. Вот так, дави. Так. Стой. Давай, вот так вот. Сейчас мы тебе сделаем вот так вот водичку, вот такую, да? Голубую водичку. Дай мне тоже. Сейчас я тебе дам ложечку. Так. Сейчас я тебе выдавлю. Ложечку я сама съем. Держи, Алиса, ложечкой размазывай. Вкусно глазурь. Так, ложечку. Давай вот эту вот чашечку я туда складу глазурь. Да. Ну и все, и дальше украшай. Так. Берем рыбку. Так, Алиса, давай я тебе чуть-чуть еще добавлю. Что-то у меня мало. Ну, просто ты уже размазала много. Все, хватит. Давай рыбку туда теперь клади. И быстрее будет с тебя. Все. Давай. Эй. Вот так вот. Ну давай зеленые водоросли сделай. Алиса делает сейчас зеленые водоросли, да? Да. Давай. Да, только немножко. Да, только немножко. Держи. Чуть-чуть выдавливай, потому что она сильно потечет. Это зеленые водоросли. Так, все, хватит. Вот зеленые водоросли. Это глаза. Теперь рыбку делай. Нет, это такой глаз. Да, теперь делай рыбку, удочку. Нет, рыбку. Клади печенюшку, рыбку. Мы же рыбку будем ловить на удочку. Рыбку с солью там как-то. Теперь рядом клади соломинку. Вот смотри, как Егор положил. Я как раз соломинку вот так вот клади. Посмотрел, там есть вот рядом вот. Соль. Там есть у нашей рыбки соль как раз. Нет, вторую-то рыбку ты зачем? Ты же одну рыбку на удочку поймала. Вот. И делай вот так вот, как будто леска. Вот выдавим вот сюда вот, да? Алисе, вот сюда. Давай я тебе выдавлю, потому что у тебя не получится. Выдавим вот так вот, как будто это леска идет, да, у нас? Да. Вот так вот, леска. Так, и вот так вот рыбку украсим. Вот так вот рыбку украсим. И волны будут здесь, да? Мне еще черный надо. И черным, Алиса, шоколадным хочет шоколадный украсить. Да, чтобы было красиво. Да, чтобы было красиво. Да, у меня все, вот эти рыбки убираем. Соломку убираем, да? Больше это нам не надо. А это у тебя что получилось? Камушка? Глаз! Глаз? Да, такой глаз. Ну все. Все, давай, Алиса. Да у меня тут мало. Ну хватит. Все. Давай. Это
Так, у Алисы уже мини-кекс. Удачная рыбалка готов. Егор, у тебя готов? Да. Вот. Показывай. Показывайте, давайте, ваше творение. Вот. Так, ну вот такие кексики получились. Мини-кексы, удачная рыбалка получились. Да? У Егора и Алисы поймали на удочку по рыбке. Алиса даже две рыбки поймала на одну удочку. Так, ну что, классные получились у нас мини-кексики с рыбками, да? Удачная рыбалка. Всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. И ставьте палец вверх за удачную рыбалку. И вам дали сердечко. С вами был Джастин Бибер и ее подруга. Джастин Бибер. Пока-пока.